Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» — программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Ольга со взрывным характером, Юлия с высоким уровнем IQ и великодушная Карина. Жених у нас Олег. Давайте знакомиться. Девушку нельзя найти, девушку нельзя выбрать. Девушку можно только встретить. Я пришел на передачу, чтобы встретить свою девушку. И со мной пришли мои друзья. Анна. Илья. Олег, 39 лет. За 6 лет неофициального брака так и не дождался от жены совместных детей и решил прервать отношения. Олег – юрист в консалтинговой компании, защищает диссертацию по финансовому праву. Гордится тремя высшими образованиями. Мечтает получить статус адвоката и жениться. Предупреждает, что не потерпит равнодушие в свой адрес. Олег не обратит внимания на девушку с мужскими манерами и не сможет смириться с ночным графиком работы избранницы. Женится на голубоглазой общительной девушке с правильными понятиями о семье и выразительным взглядом. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам решил приготовить небольшой сюрприз. Опаньки. Да. Знаю, что самые красивые цветы растут на цветочной поляне в лесу, но принести всю цветочную поляну сюда, к сожалению, не удалось. Я решил часть поляны принести сюда. Спасибо большое, что это именно так, потому что я почему-то сразу думала про акт вандализма с вашей стороны, что вы дернули цветами. Да. Обалдеть! Какая красота! Незабудливый мужчина. А вот эти вот тычинки и пестики, как это эротично, как это сочетается с «Давай поженимся», меня прямо аж даже неприлично смотреть на этот торт. А тебе не надо смотреть на этот торт, мы с тобой это на диете. Угу. А это марципаны. Знаем. Ну, давайте цветы дарите. Ну, сами давайте. Положите их вот так, Розе. Все. Роза, тебе от меня. Посвящаем тебе. Ты Вась тоже, да? Или нет? В смысле, я посвящаю Розе? Да, я не против. Ну на, нет. На, на. Ну ничего, так устатный, да он? Ну да, хороший. Может быть, у вас и были проблемы с вашей женщиной из-за того, что на ней официально не женились? Нет. Регистрация брака – это не самое главное, что есть в отношениях между мужчиной и женщиной. Заметьте, ни одна из женщин за 5 лет не произнесла эту фразу. Очень много женщин, которые думают именно так. Я вас хочу разубедить. Любая женщина мечтает, чтобы ей сделали однажды предложение. Потому что это как бы официально такая стеночка бетонная, за которую она может... Может быть, согласен. Нет, это я просто говорю, как есть, на самом деле. Итак, вы свою любимую женщину увели у мужа. Она была, да, фактически в браке, и когда мы с ней встретились, познакомились. Она с ним не спала давно уже, она его давно не любила, Он жил уже в другой стране, просто, ну, так получилось, да. Чем тогда объяснить, что развестись-то она с ним развелась, но они периодически встречались, что выводило вас из себя? Ну, он не мог, муж... смириться с тем, что отношения прекратились с той женщиной, потому что это они жили вместе 15 лет. Угу. И у них общий ребенок. И вот чтобы, да, и вот чтобы по-живому, как говорится, не рвать, вы решили так собаке по кусочку хвост отрубать? Нет. Вы разрешали иногда там? Нет, они не встречались. Он приезжал, пытался проверять ситуацию, все ли под контролем. Но контроль вышел из-под его рук, и она ему дала понять. Он очень вел себя агрессивно, то есть он... А как вы хотели? Ну, естественно, это борьба за женщину. Это его была жена, а не ваша. Да. Ну, к сожалению, она выбрала меня тогда. И вот пока вы были в борьбе, глаз у вас горел, у вас все было замечательно, и вот вы ее добились. Она стала жить с вами. Да. И ребенок тоже. А с ребенком установили контакт? Очень хороший контакт, да. Мы когда познакомились, девушке было 12 лет, она училась в школе, мы занимались математикой, потому что... Пубертат, самый ужасный возраст. Мы пережили этот период, да, потому что, ну, я человек такой, достаточно нахожу язык со всеми людьми, то есть мне не стоит проблемы, чтобы найти... А вам сколько было? Тогда 33 года, это было 6 лет назад. Это прекрасно, когда человек может стать папой, не будучи при этом биологическим отцом. Не очень многие это умеют, не очень многие это понимают. Что вам мешало сделать ей предложение?
Мы всегда к чему-то готовились. То есть я человек такой, который я всю жизнь планирую. Приход на передачу я планирую, жениться я планирую. Молодец, поздравляю, я такая же. Но вы планировали завести ребенка, не будучи женатым? Вот это самый главный момент. То есть есть две теории заведения ребенка. Завести его, да, или нежданно его так называемое. То есть я человек, который относился ко всему к женскому организму. Нельзя, да, то есть заставить женский организм насильно родить ребенка. Да? Правильно. То есть, как внезапно многие делают мужчины. Да, а отказывалась она, потому что она думала, в случае чего она останется с двумя детьми. Конечно. Только один будет в браке, а другой вне. Любая женщина думает таким образом, я согласен. Но это серьезный шаг, это не кажется, это нужно очень серьезно подумать. Я всегда говорил, что нужно наши отношения вначале привести в полный порядок для того, чтобы, да, потом... Олег, вы их уже привели в порядок, взяв на себя ответственность и определенные обязательства, сказав ей, уходи от мужа, я тебя люблю, я хочу жить с тобой. Это уже не просто шаг, а шажище. А был такой момент, когда приехал муж второй раз, и она не могла разговаривать, мы говорили по телефону, и я говорю, ну ты сделала свой выбор? Она говорит, я сделал свой выбор в пользу тебя. И я успокоился, потому что я знал, что там ничего не произойдет, и я спокойно буду ждать, когда она вернется. Вот она вернулась, вот у вас все хорошо. У нас было все шикарно. И девочкой вы занимались. Мы жили у нее вместе с ее мамой и ее дочкой. Да. Почему, как вы думаете, она отказывалась рожать? Только не говорите, что боялась испортить фигуру. С первым не побоялась, значит, и со вторым не побоялась. Ты у нас не боишься испортить фигуру. Спорт нам поможет. Я думаю, что она все-таки проверяла меня, да, то есть соответствую ли я ее тем ожиданиям. Да нет, Олег, она же от вас, она же ушла от мужа к вам. Она сказала, что она любит меня, и я видел, что она любит меня, да, но, к сожалению, то есть я не мог, заставить не мог, мы об этом говорили, да, но что-то не происходило, не знаю, что-то... Единственное, что не происходило, любимая, пойдем распишемся. Если вы сойдете, что у тебя точно такая же ситуация повторится? В плане чего? Что будет нерешительность, годы идут. Кстати, есть интересная статистика. 18,2% женщин рожает ребенка по причине вступления в брак второй раз. То есть, если раньше каждая вторая мечтала и рожала, то сейчас, извините, не особо хочется. И я думаю, причина в мужчинах. Мотивировать нас надо, дорогие мои. Все ее подруги, которые имели уже одного ребенка, она была моя ровесница, и они тоже завели второго ребенка. Но она поняла это уже поздно, когда мы уже, к сожалению, расстались. Но вы ведь долго расставались, вы сходились, разводились, 6 лет. То у вас жили, потом появилась общая квартира, да? Мы жили у нее, а потом, когда мы расстались, я наконец-то доделал свое жилье и сказал, что теперь мы будем, когда она ко мне вернулась в очередной раз, теперь мы будем жить только у меня. Потому Мудро. Что я считаю, что отношения нужно строить Мудро. На своей территории. Да. На чужой территории дома не построишь. Мудро. Никогда. И вот вы могли бы свадьбу одновременно с новосельем? Отлично. Мы даже выбрали ЗАГС, мы были на свадьбе ее племянницы. Все-таки сделали предложение. Мы выбрали ЗАГС, мы были в свадьбе на Рязанском проспекте и сказали, что в этот ЗАГС мы придем с тобой через полгода. Как вы это сказали, походя или сказали, любимый, я делаю тебе предложение, вот тебе колечко, я хотел бы, чтобы мы расписались в этом ЗАГСе. Лариса, я стал все планировать, к сожалению. Олег, женщина же не может влезть в вашу голову и узнать, о чем вы там думаете, планируете. Абсолютно точно. Я не снимаю с себя ответственности. Я знаю, что моя нерешительность по отношению в этих действиях приводит к тому, что я не получаю то, теряю настроение, и, к сожалению... Потом дочка ее поступила в университет, в институт, в другом городе, да? Нет, это подмосковный город, и, то есть, она не хотела оттуда уезжать, поэтому, чтобы друзья остались, чтобы учиться было проще. Ну и, соответственно... И под предлогом, что ей нужно навестить девочку, она уезжала и все чаще оставалась у мамы. Я видел ее 2 раза в неделю, и мне, к сожалению, это было грустно, и вот друг Илья, который был свидетелем всех наших отношений... А она понимала, что... Анечка, а вы тоже были, да, свидетельницей? Да. А она понимает, что годы уходят, что от Олега больше ничего, что ему и так хорошо, что вроде как бы он просит ребенка, но что изменится? Да, но не активно. Да. Моя вина. Ну, слава богу, что признались, потому что каждый раз, возвращаясь, она думала, что вот кольцо под подушкой. Да, а я уже не думал, вообще, зачем нужно мне ли это сейчас, и я понимал, что я уже не понимаю, что происходит вокруг меня. Слава богу, Олег, что вы мужчина откровенный, господи, но... За кем из нас нет какой-то темной стороны в нашей человеческой истории? Да. Если он пришел сюда, он, наверное, должен уже определиться. Ну да. Смотрю на Анечку и вспоминаю, что вы у нас на программе были. Да, была. А я был Аней сватом. Да, он меня поддерживал. Олег пришел как самый лучший. И у вас все сложилось. Все хорошо, все замечательно, да. Все по-настоящему. И?
что, ну вот теперь нужно личную жизнь друга устраивать, теперь а его надо жить. А сколько по времени вы уже в отношениях? Ну, сразу после передачи мы начали встречаться. Ну, напомню, сколько? 3 недели. Я вас поздравляю. Спасибо большое, вам спасибо. Берегите, да. Хорошо. Подруга хорошая, да. За кем пришли? За невестой. За какой? Хороший, добрый, ласковый. Вот она, месяц хорошая, добрая, ласковая, второй, а потом думаете, а почему все разбросано, неуютно, она с подругами все время сидит, кофе пьет на кухне. Ищи причину в себе. Нет, дорогой, просто нужно сказать, какая вам нужна девушка. Мне нужен человек, который, когда бы я возвращался домой, который ждал меня там с тем же борщом, да, как это не банально звучит. Ой, какая это прелесть, о чем вы говорите? Я сам люблю готовить, но... То есть не бизнес-вумен? Да нет, конечно. Я думаю, что никто из мужчин не ищет бизнес-вумен для того, чтобы жить да с ней продолжительно. Ну, смотри, говорит, не любит бизнес-вумен. Но все-таки работа в моей жизни занимает основную часть времени. А вы почему хотите, чтобы девушка жила юго-западном административном округе? Вы что, по территориальному признаку жену ищете? Нет, конечно. Я считаю, что если девушка живет ближе к тебе, то будет больше шансов с ней наладить отношения. Олег, ну тогда на районе надо и знакомиться. Видимо, да, придется расклеить объявление. Ой, Олег, это вот. Возраст уже. Ленность. Провожать поближе, да. Анечка, у меня сейчас больше просьба к вам. Вы сидели по эту сторону в качестве претендентки. Вы знаете, как это нервно, да? Сколько напускного, которое потом может помешать. Да. Вот моя просьба к вам личная. Девчонки, которые сейчас придут бороться за вашего друга... Наверняка что-то утает. Вы же там в туалете, в гримерной, когда там наводите марафет, о чем-то шепчетесь, давайте их всех рассекретим. Тоже же хочется пристроить Олега, правда? Значит, да. Чем будет больше правды сегодня, искренности, тем лучше для этих же девчонок. Да, тем лучше для Олега будет в том числе. Роза. Да. Ой, Ларис, я думаю, что, ну уж не знаю, как у вас, девчонки, а у меня-то, можно сказать, непосильная сегодня работа. Вы уже такой закоренелый холостяк, это собственно точно говоря. Поэтому и девчонок-то жалко, потому что старых-то вы уж не хотите. Ну, я имею в виду, типа, ровесниц там с 30 на молодежь. Все. И, в принципе, имеете право, пойди без детей вам надо. Да чтобы умница, да красавица. Вот как ты, это я понимаю, что вы хотите, а вот как девчонку-то уговорить на 40-летнего-то мужчину? Ой. Олег, я буду стараться. Вы для меня это я буду стараться, очень понятный жених. Вы похожи на мою родню с Урала. На всех вот этих мужиков. Вы такой здоровый, вы солидный, не суетный, что я терпеть не могу в мужчинах. А то, что вы не женились за 39 лет, ну, значит, такая воля ваша была, имеете право. То, что нет детей, тоже неплохо. Вам нужна женщина, понятная для вас так же, как вы понятны для меня. Конечно, хорошо бы, чтобы у нее было прошлое прозрачное и не так замысловато. Конечно, чтобы она была хорошей хозяйкой, чтобы она произвела впечатление на вашу маму обязательно. Карина, это ты. Спасибо, конечно. Поэтому будем в этой, так сказать, области и прощупывать их. Да. Вы, Олег, представитель особенного поколения 73-75 годов рождения. Это особенное поколение людей имеет в гороскопах Сатурн в знаке Рака. Это люди, которые очень зависимы от семейных программ. Они, с одной стороны, нуждаются в теплых эмоциях, с другой стороны, иногда формальность в личной жизни для них доминирует. И иногда формальное становится важнее. Вы человек эмоциональный, и от женщины того же ждете, но вам сложно выражать вот эти теплые эмоции в личном общении. Вот. Говорят, что надо к нему просто подобрать ключик. Я понимаю, что для вас прийти в программу и рассказывать о себе откровенно – это большой шаг. И вы рассказали о происходящем довольно спокойно, именно потому что готовились я к готовился этому. Да. Вот я это прекрасно понимаю. Я понимаю, что за этим всем стоит больше боли, больше переживаний. Я бы хотела, чтобы вы сегодня нашли среди наших героинь ту девушку, с которой могли бы быть более откровенны, максимально откровенны. Потому что вот это самое поколение, 73-75, это как поколение послевоенных детей. Тогда, если у тебя уже был папа, это было уже здорово. И неважно, как к тебе относились родители, строго ли тебя воспитывали. Вот 44-46 это тот же самый Сатурн, можно так сказать. Вот в каком-то смысле слова начало серединка 70-х соответствует тому послевоенному поколению. 74-75, известная песня, которая об этом поколении говорит. Да. Я искренне вам советую выбирать девушку эмоциональную, мягкую, очень глубокую. Может быть, также умеющую страдать, как и вы, но в силу этого более располагающего к выражению теплых чувств. Спасибо. Как приятно, что мы сходимся. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите.
Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Олег. Встречайте первую невесту. Удачи. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я хочу с вами познакомиться, подарить вам свои стихи, которые здесь изображены на этой экране. Вот так, да. Еще и стихи пишет. Смотри, какой молодец. Здравствуйте, Ольга. С кем вы? Со мной пришла моя сестра Света и моя подруга Настя. Просто три сестры. Давайте вас оформим. Ольга, 29 лет. Юрист в коммерческой компании, любит авторское кино и увлекается пилотированием. Гордится своей эрудицией и сексуальностью, мечтает о свадьбе в Тоскане. Ольга не смогла дождаться решительных действий от своего женатого любовника, поэтому сама раскрыла все карты его супруги. Надеется, что в отношениях с Олегом ей не придется идти на крайние меры. Подойдите к нам. Выберите себе цветок. Глаза закрывайте. Нет, не глаза. Надо закрывать. Выберите. Так, осмысленнее. Один цветок. Нет, один цветок. Выберите. Я очень люблю яркий желтый цвет. Если это желтый, то он мой. Угу. Проходите. Это цвет символизирует жизнерадостность. Желтый? Да. А вы встречались с мужчиной, знали, что он женат. Там знал. Ребенок. Да. Сколько вам было лет, когда начали встречаться? 21 год. У них много общего. Вернее, немного. Она юрист, он юрист. Также он женатую к себе перевел. Она замужем встречалась. Жена сразу узнала о вашем существовании? Нет, через какое-то время. Ну, через какое? Через неделю, через месяц? Нет, я думаю, что, ну, скажем так, счет шел на месяц, но это был не месяц, не два, не три. Вы обрадовались, что она в курсе? Вам стало легче с этой мыслью? Мне легче не стало. Я просто знала ее до этого. То есть, когда мы общались, когда мы еще дружили, да, я ее знала. Поэтому я прекрасно понимала, что этот человек, который дорожит именно вот этим вот званием жена, он просто никогда не выгонит. Вот. И поэтому я прекрасно понимала, а почему что так уничижительно звание жена? У подруг там отбивать, я считаю, это не очень хорошо. Я танком пройдусь. Если только кто-то не то что руку, не то что палец, я пойду на преступление, я не дам. Вот. Да, я горжусь этим. И все женщины, конечно, все будут свое оберегать. А как вы хотите? И вот жена узнала о вашем существовании. Она пыталась с вами поговорить, выяснить отношения. Как это происходило? Ну да, естественно, был стандартный звонок. Не лезь в нашу жизнь, да, грубо говоря, ставь в покое, найди себе другого. Ну, на что я, в общем-то, ответила достаточно кратко и больше общения с ней не имела. А что вы ответили? Я ответила, что эти вопросы вам нужно решать своим мужем. И вот ваш мужчина стал метаться между двумя огнями. Да. То есть из семьи он не уходил, и вы его от себя не отпускали. Я не отпускала, но я ждала. Не отпускала. Я ждала где-то внутри, конечно. Естественно, для чего иначе все это нужно было, да? Я ей не верю, что она не надеялась на то, что он к ней вернется. Ну, конечно же, надеялась, любила, наверное. И как это вашу кровь молодую будоражило? И добудоражило до такой степени, что вы забеременели? Да, так получилось, что я забеременела и приняла, в общем-то, для себя. И сказали, опаньки! Куда он денется, нет, придет и женится. Как раз таки не сказала. Я сказала, что я рожаю ребенка, и мне абсолютно не важно, что дальше будет, как мы будем жить. Я просто рожаю этого ребенка, потому что я не могу сделать аборт. Ну, она молодец, родила ребенка, жизнь сохранила человека. И мне поступает предложение из Москвы о работе. Я, в общем-то, недолго думая, собираюсь, уезжаю в Москву. И он ко мне начинает ездить. Но мужчина, если мне кажется, решается, когда понимает, вот это его человек, вот эта девушка его. Тогда он решается. И я понимаю, что решить я могу это только одним образом, если я окажу некое давление на его супругу, которая очень хочет. И когда она увидеть. Узнает, что у вас ребенок, она скажет, убирайся вон к своей потаскушке. Нет. Понятно. Я знала, что она так не скажет. Я подозреваю, что она устроила скандал, но не могу сказать, конечно же, подробностей, но результат есть такой, что на сегодня они вместе, и у них второй ребенок. То есть, конечно, она поставила просто условия, поставила она боролась, условия, да. Естественно, потому что это вам не принадлежало. Она молодец. Она победила.
Так она победила. Она замечательно. Она вас щелкнула по носу, родила второго ребенка и осталась этим мужчиной. А вы мать-одиночка. Все это какая-то паутина, которую она плела. И в итоге осталась ни с чем. Нет, вряд ли я могу согласиться с такой позицией. Оль, если бы вы сейчас сослались на то, что это была ошибка вашей молодости, не ребенок, ошибка, а то, что вы столько боли причинили, да, вы бы вызвали симпатию. Правда? Я, конечно, понимаю, мне от этих отношений до сих пор больно, что я, ну, скажем так, что я явилась участником этого всего. А больно за что именно? Мне больно за семью, мне больно за себя, в том числе, потому что я фактически, хотя они общаются, то есть папа с ребенком общаются, но тем не менее это уже ненормальная семья. Он помогает материально? Да. Он его усыновил, удочерил? Сколько ребенка? Ребенка официально есть отец. Сколько ему? У меня дочка 4 года, 4,5. Ольга, да. А скажите, вот начинаете отношения, вы подразумевали такой исход событий, который получился в итоге? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Вот. Я думала, что сейчас поиграем. Кто же идет на охоту в надежде, что его забодает, понимаете, зверь? Она не зря же подметила, что рана-то болит. Ну, новые отношения есть. Новый человек загладит эту рану. Как сейчас отношения, они закончились или они продолжаются? Закончились. А давно они закончились? Да, давно уже. Давно, то есть... С какого года? А закончились по чьей инициативе? Все-таки я понимаю, что... По моей. По вашей. Вы сказали, что вы больше не встречаетесь. Нет, конечно, по его инициативе нет. Оль, не лукавьте. Нет, поставил точку мужчина. Мужчина? Ну, конечно. А глазки-то бегают. Ты посмотри. Да. Олег, если у вас сложится отношения с Ольгой, будете настаивать на том, чтобы у ребенка был один отец, дадите свою фамилию? Зачем это нужно, если у ребенка есть свой родной отец? Да нет его. А жена-то знает, что он ездит к ребенку-то? Думаю, что нет. Я думаю, что нет тоже. Вот. Да. Как? Она до сих пор не знает? Я думаю, что нет. Ну, конечно. Вот тебе. Что вот сейчас узнает. Скорее всего, условие было поставлено ограничить полностью общение. Я думаю, что так. Безумно жалко жену. Но она тоже боролась за этого. Не хочу давать определение мужчины. Угу. Значит, он ей нужен. Ну почему? Ольга сама вступила в отношения с женатым. Потому что жена, значит, мудрее была. Правильно она сделала? Ну, жена. Василиса, что означает? Ну, да. Желтый цвет – цвет солнца, осмысленности. А еще вот такой оттенок желтого. Этот цвет немножечко меркурианский. И он говорит про то, что человек пришел сюда активно пообщаться. И говорит, ну, про меркурианскую составляющую, про интеллект. Есть такое. В этом вам не откажешь. Есть. Спасибо. Покажите сюрприз. Мы сейчас посмотрим, какой Ольга у нас, который остался носом, приготовила сюрприз. Я приготовила этот торт с изображением некоторых стран, которые бы я, например, хотела бы посетить. Мне хотелось бы узнать, в какую страну мы можем поехать вместе, откусив кусочек этого торта. Хорошо? Смотри, какой красивый торт. Вот домохозяйка. Сама приготовила, интересно. Я вижу здесь 5 стран, то есть это Мексика, да. Я вижу статую Христа, которая находится в городе Рио-де-Жанейро, это Бразилия. Я вижу американский флаг, то есть это Соединенные Штаты Америки, да. Это сакура цветение, да, вишня, то есть это Япония. Это Великая Китайская стена. Да, да, все правильно. Это Китай. Я могу доверить отрезать. Правильно. Раз он предложил ответ, значит, он решительный человек. Но он инициативу, да, взял в свои руки. Да? Так, кушаем. Я потом обязательно все попробую. Да. Сломали. Спасибо, Ольга, спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Олег, а мы вас ждем. Хищница натурально, пусть не обижается на меня. Даже красивая пиранюшка в прекрасном платьице. И как прямо, вот, ну не знаю, филигранно разводит мужчину, вот с таким, закладывая ему в мозг, что в дальнейшем надо делать. Вот мужчины, себе тортик своими ручками. Но 5 стран, вот мы с Василисой тут это, говорит, а извините, каждая страна не дешевая. А, абсолютно. Не Подмосковье там, извините. С таким ангельским лицом не может быть человек плохим. Тебя прямо прислали. Вам понравилось, невеста? Я уверена, что здесь тоже не все было сказано, озвучено. Вот, и... Мне финал непонятен. Да, вот непонятно окончание.
Санта-Барбара она... будет продолжаться, да, она и продолжает его выдергивать, чтобы он встречался, чтобы он общался. Ну, конечно, уже и мужчине деваться некуда. Он периодически общается с ребенком, я с ним не общаюсь, потому что нет особого желания, и, в общем-то, у него, наверное, даже нет какого-то желания подвергнуться какому-то соблазну, вдруг начать все это сначала. Нет, исключено. Ольга любила того мужчину, но мне бы хотелось знать все-таки, ну, о ней чуть больше, потому что я предполагаю гороскопически, что у нее могли быть случаи даже привораживания того мужчины, то есть уж очень ей хотелось его видеть. Для меня привораживало или нет, было бы очень важным показателем. Если все-таки нет, если не перешла вот ту самую грань, я бы могла видеть в ней в дальнейшем вот того, ту правильную невесту. Они должны были заметить, что я более открытая и более честная, чем казалось вот под действием той ситуации. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Розы Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» на студии Олег. Встречайте вторую невесту. Удачи. Меня зовут Олег, я хотел бы с вами познакомиться, подарить вам свои стихи. Спасибо, меня зовут Юлия. Надеюсь, наше общение будет очень продуктивным и долгим. Проходите, спасибо. Там на нее чуть загорелся, да? Больше, мне кажется, чем на Ольгу. Давайте теперь смотреть на вас. Юлия, 24 года. Руководитель отдела в аудиторско-консалтинговой компании. Гордится своим уровнем IQ, мечтает родить троих детей и стать домохозяйкой. Предупреждает, что не ест свинину, не любит гладить и спит зимой с открытым окном. Юлия поспешила выйти замуж за возлюбленного и только в браке поняла, что кроме футбола и игровых приставок его ничто в жизни не интересует. Надеется, что Олег окажется зрелым мужчиной. Согласна. Только девушка с высочайшим уровнем IQ может вот так страстно желать выйти замуж. 11-го. Вот просто вот захотите все. Это учат большого ума просто. Почему, правда, не 12-го? Ну, это была своеобразная какая-то цель, так как я человек целеустремленный. То вот сделала все. Ну, потому что год стоял на дворе 2011, и замуж хотелось побыстрее. Нет, это было еще в 2007 году. Но это уже суеверие, мне кажется, 11-го. И вот как бы рассказывая, к цветочку выбираем. Беленький возьму. То есть хотелось ему именно прямо 2011, да? Да. Цвет надежды, наверное, там чистоты еще все впереди. И вот наступил долгожданный 11-й год. Да, наступил 2011 год. Жениха нет. Ну, решила присмотреться, посмотреть по сторонам. На работе у меня был замечательный коллега. То есть, ну, в принципе, парень очень веселый, активный, коммуникабельный, умный. То есть, ну, в принципе, все было при нем. Я решила к нему присмотреться. Ну и, собственно, завязались у нас таким образом отношения. А у самой в голове, что скоро год заканчивается, да? Ну, у меня не было такой паники. И я ему в шутку сказала, что хочу выйти замуж вот 11-го. За такая вот у меня мечта. Нет, просто в воздух. Просто, да, просто сказала. А он мою шутку воспринял всерьез. Не вижу я тут интеллекта, если честно. И поженились. Да, и поженились. И вот вы, разглядывая в долгие зимние вечера, прекрасный штамп 11-11-11 в паспорте, а он в это время в компьютере. Да, компьютерные игры, друзья, соревнования. Соревнования как виртуальные в интернете. Вы к нему, Вась, я твоя жена, он говорит, ну я же тебе обещал вот 11-11. Получила и сиди, сейчас, балдей, погоди, да? Замочу этого монстра. Да-да-да, сейчас подожди, ну что тебе, внимания не хватает? Я говорю, ну как лет не хватает? Ему 29. То есть он был, да. Тоже, видать, у него высочайший уровень, да, IQ? Ну, я думаю, IQ здесь ни при чем наш. Вот. И очень часто он уезжал на выходные к своим друзьям. Первое время я ездила вместе с ним, ну, чтобы посмотреть. Затем я просто поняла, что мне там неинтересно. Я не могу обсуждать с ними футбол, там, или я не выпиваю. Мне с ними неинтересно. А он выпивал?
еще. Ну, да, при том как. Однажды позвонила и сказала, забери меня, Лоя. Да? За барана поехали. Зачем есть высокий IQ, нужен был такой человек, наверное. Нет, я позвонила ему сама, чтобы узнать, где он находится уже в сутки. Оказалось, что он находится... Да, оказалось, что он находится в одном из караоке в Подмосковье, что тоже очень удивительно. И я решила его забрать оттуда. Ну, все-таки он стал сопротивляться, вас же обвинил, зачем приехала. В общем, детский сад. Да, детский сад. Я его привезла домой, начался скандал, и он куда-то ушел из дома. Я подумала, что все, так больше продолжаться не может. Собрала ему вещи, выставила в подъезд, смс-ку написала. А это ваша квартира была, да? Это была съемная квартира, на которой мы жили, потому что не могла развелись я его... Развелись без слез, без проблем? 12-12-12? Нет, развелись 4 апреля. Ты говоришь, не в курсе, что вы развелись, да? Да, мой муж до сих пор не в курсе, что мы развелись, потому что на... Маленькая. У нее такое грубоватое лицо. Как бы, как это писать? Вот на нее смотришь, я не вижу в нем нежности. Ну ладно, Юляш, давайте уже перестанем томить парня. Объявите сейчас, что вы с ним развелись. Да. Он посмотрит телевизор. Как его зовут? Его зовут Олег. О! Олег, ты свободен. Коварно. Юляш, 24 года, все уже наигралось в игрушки? Все, уже, да, уже хочется. Готовы для взрослых? Уже хочется, да, стабильности, семьи, уже хочется детей. Чем увлекаетесь, как проводите время? Потому что вы девушка активная, вас раздражают компьютерные игры, а вы предпочитали бы как проводить время с мужем? Если мы говорим про... ежедневный досуг, то это походы в кино, кататься на велосипедах, на роликах, Юля, различные проекты. Гляньте, 39 лет. Какие ролики? Нет, а что? Олег молодец. Эх, а на живот-то я не обратила внимания. Вам зачем старый-то нужен? Милая моя, вам 30 будет, а ему уже 50. 15 лет. Огромная разница. Это вообще просто, как до луны. Ну, просто я смотрю на своих ровесников, например, и тех, кто немного помоложе, мне с ними неинтересно. Юля, что сейчас из идей в вашей жизни есть? Ну, то есть вот чего бы вам хотелось достигнуть, или какая ближайшая цель, как вы себе видите? Ближайшая цель у меня, это связано с карьерой, то есть сделать еще один шаг. Я хочу получить... еще одно высшее образование. Говорит о карьерном росте. Хочешь получить еще одно высшее образование? Образование какие тут большие. Василиса, ну а про цветок-то? Если позволить себе рассматривать его как белый, то это цвет наивности, чистоты и, в общем, отсутствие у вас серьезного опыта для отношений. Ну, может быть, еще и чистоты помыслов с приходом в студию. Но если рассматривать это как цвет икрю, то это цвет Венеры, один из цветов Венеры и готовность к получению нового эмоционального опыта. А теперь сюрприз. Да, Роза, могли бы вы мне помочь сюрпризом? Ой, да запросто. Я вам дала бумажку. Да. Вам нужно будет зачитать несколько действий здесь, а мы их с Олегом осуществим. Так как Олег мужчина умный, это я уже поняла. Теперь я хочу проверить его на координацию. Правильно, возраст уже. Возьмите в обе руки по яблоку и по очереди подкиньте их. Главное, поймать надо. Ну, давайте. Так, теперь усложняем задачу. Сидя на стуле, поднимите правую ногу и вращайте ею по часовой стрелке. Одновременно с этим нарисуйте правой рукой в воздухе букву «Б». А что ж ты мимо часовой? Что ж вы против крутите до часовой? Чего? Надо по часовой стрелке. Руки, да. Теперь положите руку на живот и гладьте его по часовой стрелке. В то же время правой рукой постукивайте себя по голове. Скажите, что это такое? Это тест IQ или что? Это нет, ну это просто... Девочки, это развлечение. Все. Значит, с координацией движений все нормально. Здесь все плохо, потому что у самой все плохо. Все делала мимо. Ничего не получилось. Так, в этом мы и сходимся, что у меня все плохо и у него тоже. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Проходите в комнаты свои. Я не знаю, что она хотела-то. Ничего, детский сад. Детский сад. Вот так вот придете домой с работы упаханной, а она вам возьми-ка картошку в правую руку, а сосиску в левую отдай мне.
Ну что скажете? Не, ну красивая девушка, интересная, милая девушка, да, то есть молодая. Будет чем заняться им. Молодая. Постели. Наоборот, будет с тобой весело. Он не будет сидеть, скучать с какой-то домохозяйкой, с ровесницей. А то, что ты принесешь ему радость и положительные эмоции. Ну, честно говоря, не впечатлила. Девушка, она очень милая, приятная, но я не вижу ее рядом с Олегом. Я пока ее рядом вижу только с таким же парнем, 24 лет, с аниматором. Ну, не знаю, не знаю. Нет, я считаю, что это абсолютно неправильно. Роза? А мне, знаете, ситуация чем понравилась? Вот такие взрослые мужчины, как вы, Олег, в 39, очень хорошо, можно так наглядно такой пример показать, насколько у вас действительно координация, чтобы вы понимали, Тань. Так только... Не молодеете, а стареете. Нет, у Олега-то как раз все получилось, а у нее нет. Да-да-да. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы «Смотрина» продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Олегу встретиться с третьей невестой. Проходите. Меня зовут Олег, я хотел бы с вами познакомиться. Здравствуйте, меня зовут... Стихи. О, спасибо большое, меня зовут Карин, я также хотела бы с вами познакомиться. Знаю, вы выращиваете домашние растения, благодарю вам орхидею. Они приносят в дом уют, гармонию, спасибо большое. Тепло. Спасибо. И вам спасибо. Проходите. Она для него, наверное, будет слишком взрослой. Уважаемый ведущий, это вам. Спасибо вам за передачу, что вы соединяете сердца людей. Спасибо большое. Спасибо вам. Но только целлофанчик лишний на розок. Кариночка, вы с кем? Я пришла со своей дочкой Олей и подругой Надеждой. Давайте на вас посмотрим, Карина. Карина, 34 года. Главный специалист в Министерстве обороны. Гордится профессиональными навыками и красным дипломом. Мечтает построить храм. Предупреждает, что всегда читает перед сном. После возвращения из очередной командировки муж Карины признался, что встретил другую женщину. Надеется, что Олег станет ей верным супругом. С вашим мужем. Сколько вы с ним прожили? 12 лет в общей сложности. Ну, я думала, что на всю жизнь один раз. Ну, а что получилось? Ну, просто по роду деятельности, по профессии ему нужно было ездить в командировки, чтобы карьера продвигалась, самому профессионально совершенствоваться. А я была в декрете с Олей, с подружками, гуляли по парку с колясками, то есть ждала его. А командировки стали происходить все чаще и чаще? Ну, чаще, да. А он прилетал после каждой командировки все более уставший? Более уставший, и ну, недолгие были вот эти приезды, его там неделя-две. И мысли не было? Было, что у него, может быть, вторая семья где-то образовалась, да? Ну да, я привыкла доверять человеку. А потому что вы чудная, это же видно. Спасибо, это видно. Ну, просто длительные командировки, эмоциональная связь, она как бы уменьшается, то есть нужно общаться. А поскольку его дома-то не было? Ну, по 2-3 месяца, то есть по телефону. Ого, ничего себе муж, 2-3 месяца. Нет, ну так нельзя мужчину оставлять надолго. И он прилетел из-за очередной командировки, и что вам сказал? Ну, сказал, что встретил другую девушку, полюбил. Моя золотая, сердце не лопнуло? Ну, конечно, я переживала, пришлось обратиться к психологу, чтобы человек мне профессионально объяснил, как такое бывает. Солнце мое, не пытались бороться? Нет, пыталась, я сразу научилась. Какими средствами? Сразу научилась пользоваться его мобильным телефоном. Как-то включила его, нашла номер той девушки и... Позвонила, сказала, что это грех разбивать семью. Ну, как бы у нас ребенок. Ты говоришь, что мужчину нужно уметь заинтересовать, потому удержать. Что нужен баланс. Можно я обращусь к Ольге из первой комнаты? На секунду, Оль, приди, пожалуйста. Вот просто подойди и посмотри на эту женщину. Посмотри ей в глаза. Вот просто посмотри ей в глаза. Ну, человек тоже хотел счастья. Да, правда, правда. Вы еще поцелуйте и поклонитесь прямо со словами. Нет, это издержки молодости просто. Да, конечно. Я могу сказать, в лице этой девушки тебя все простили. Вот она... Грехи искуплены. Любимая. Золотая моя, подойдите ко мне.
Спасибо, спасибо. Спасибо за поддержку. Моя хорошая, садитесь. И вот вы ей звоните и говорите, что грех это, а она вам? Ну, она говорит, что, ну, вы знаете, это моя вторая половинка. Ну, то есть вот такое немножко как бы детское представление о семье, о будущих отношениях. А вы говорите, у вас только что родился ребенок? Ну да, я говорю, что у нас ребенок. Ну, с другой стороны, если человек выбрал, это тоже его выбор. Нельзя насильно заставить. Карина, перестань всех оправдывать. Ну, правда, ну это уже... И, себе ну, ничего не хватит. Достанется. Ну, действительно, да? Ну, я ему сказала, что, может быть, нам взять тайм-аут, подождать там 3 месяца, полгода. То Вы есть, даже чтобы... ему предложили ведь в течение лета пожить у нее? Ну, не то, что у нее. Там он может выбрать, хочет один, поживет, то есть подумать. Осознает. Моя да, дорогая, ну, то есть вышли даже на это? Ну, да. Он ушел разовый. И все, да? Да? Не возвращался больше, он... не пытался вернуться к вам? Нет, нет. То есть, сейчас нет. Видится с дочкой, помогает ей? Ну, видится, да. Я стараюсь там ему напоминать, что нужно дочке позвонить, чтобы она не забывала. Дети есть, да? Ну, я сейчас точно не знаю. Мне хочется, чтобы она нашла мужчину, которому именно такая уютная. Я прям знаю одного нравится. Мужчину, который мечтает о такой женщине. Еще детей хотите? Ну да, я бы хотела бы, ну, одного или двух, то есть как совместно решили. Да, бы. Тогда надо успеть. Олег, вас не смущает ребенок? Нет, абсолютно. Если Олег не зайдет в вашу комнату по дурости по своей, ну, да, которым он будет жалеть всю оставшуюся жизнь, вы просто буквально в ближайшее время будете сидеть на его месте, и за вас будут бороться лучшие мужчины страны. Мы когда сидели, я говорю, что Олег должен быть ее, потому что она, Олег не будет жонглировать картошкой и свеклой. Всегда будет накормлен, борщ всегда будет. Она действительно, когда приходишь к ней в гости, сыта. Напой. Мы уже поняли по ее комплекции, что у нас это. Надюш, а вы когда-нибудь видели Карину в гневе? Нет. Я уверена в я этом. Я не лукавлю. Это на самом уверена. Деле так. Слушай, мне кажется, она слишком хорошая какая-то. Карин, можно к вам напроситься в подруги? Я никогда в жизни... Это вот знаете, как влюбляется в мужчину. Я в вас влюбилась как в человека. Первый раз, я клянусь вам. Вот мне хочется как в школе написать вам записку с телефоном, со словами. Каринка, конечно. Давай дружить, я сейчас тоже заплачу. Все, ну вы что, все, приезжайте в гости. Знаете, мой девиз был пожалуйста. Жизни, а кто меня обидит, тот дня не проживет. Вот я обещаю, Карин, я к вам напрашиваюсь, подруги. Все, приезжайте. Потому что жизнь для людям очень редко попадает. Это единичный в нашей все. Жизни жестокой. А она действительно такой человечек. И мне все, кажется, да. Если Олег не зайдет, он будет потом долго как жалеть. Очень светлая, очень добрая, очень мягкая. Но для Олега всего очень, конкретно для Олега. Вась, да. Что значит этот цветок? Ну, красный цвет, мне кажется, нет необходимости комментировать, тем более такой интенсивно красный. Вы хотите страсти, хотите новых чувств? Показывайте сюрприз. Я хотела бы подарить Олегу 2 билета на теплоход по Москве-реке, так он любит путешествовать. И еще вдобавок к этому Оля споет песню. А мы... Проходи, детка, проходи. Если не против, пойдемте потанцуем. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше, чтобы дольше быть поближе к метео. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше, бросим их на пляже южных берегов. В душном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На-на-на-на-на. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. Мои девочки любимые, проходите в комнату. Спасибо.
Молодцы. Ну, что вы скажете? Ну, красивая девушка, интересная. Очень кукольная. Сначала мне казалось, что это актриса МХАТа. Послушайте, да. У меня профессиональная чуйка на фальшь и на ложь. Вы молодец. Профессиональная. Кто бы как себя ни вел, я все списываю. Волнение это или не волнение, искренний человек или нет. Хотелось бы, чтобы немножко где-то Карина подхитрила, сфальшивила, да, что-то сыграла, что-то утаила. Вот она такая милая, дивная, чувственная, умница большая. Посмотрите на девочку, посмотрите на подругу. И где ваши глаза? Редчайший человек, редчайший. А мне сейчас подсказывают, что папа Карины в зале. Можно я к вам подойду? Можно я к вам подойду просто? Вот, ну, позвольте мне вас обнять, вами, пожать вам руку. Вот, ну вы чудно, чудно, чудно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Я желаю счастья. Ну, конечно, у такого папы не могла родиться другая дочка. Да, родители у меня хорошие, добрые, понимающие. Всегда подскажут, посоветуют. Молодцы они. Карина. Солнце в Деве, Скорпионе Венера, которая восходит отсюда, это экзальтированность чувств, отсюда это теплота, открытость. Собственно, ровно то, что я вам пожелала в самом начале. Вам нужен человек эмоционально открытый, с которым не страшно было бы этими эмоциями делиться. Но она, пожалуй, чуточку утонула в этих эмоциях, ей и пора выныривать. Ну, просто пришлось вспомнить не очень приятные моменты в жизни, да, муж? Илья и Анна, ваше мнение, к кому должен пойти Олег? Вы знаете, мне понравилась Карина. Карин, ну ты выйдешь, да, если он зайдет? Ну да, я выйду. Вы знаете, обе дамы, они бесподобные, но я считаю, какие что... Какие обе дамы? Которая... Про кого вы говорите? Карина и Ольга первая. Ну, если сравнивать две. То есть... А бесподобная в Ольге что? Вот просто мне интересно. Ну вот как-то мне понравилась она, в принципе, открытость ее. Тебе понравился Олег? Да, мне понравился. Он раскрылся, как мне показалось, он раскрылся. И я за ним выйду. Такое выражение есть, почему одних любят, а на других женится. Ну, по классике жанра, да? Я думаю, вы сделаете правильный вывод. Карина. На них женится. И от Карины, от таких, как Карина, потом уходят. А сейчас я предлагаю взять оставшиеся цветы вам, Олег, и пойти в ту комнату, в которую вы решили. Ну, естественно, прислушиваясь к нашим советам, но слушайте свое сердце. Оно вас точно не обманет, мы вас в любом случае поддержим. Так что забирайте и проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Дмитрий, 24 года, номер 2814. Ведущий специалист экономического отдела крупной компании. Любит путешествовать, занимается дайвингом, играет в футбол и в хоккей. Обещает радовать свою избранницу кулинарными изысками, ищет умную девушку, с которой ему никогда не будет скучно. Ольга, 26 лет, номер 2815. Солистка музыкальной группы. Занимается йогой, пишет песни и музыку. Предупреждает, что ее лучше не провоцировать, ведь она очень вспыльчива. Мечтает встретить надежного мужчину, который будет поддерживать ее во всех начинаниях. Мы не знаем, выйдет Олег один или с избранницей. Приглашаю всех, выходите, давайте его поддержим. Спасибо большое. Я очень рада. Моя золотая, у нас есть пара, Олег и Карина, и вас поздравляет. Полина Гриди.
ни цветов, ни подарков, ничего нет. Но думаю, может быть, в ресторане что-то будет. И чтобы приятные люди напротив тебя сидели, а не каким-то квазимода, как говорится, чтобы терпеть еще. Господи, только не с Розы. Я лучше буду в подъезде полы мыть. В этот же день, в 12 часов ночи, я ложусь лысый в казарме спать. Алевтина, Алевтина, годы летят.